В Новгороде в больнице остаются трое пострадавших после ДТП на автобусной остановке. Двое из них в тяжелом состоянии. ЧП, которое произошло накануне вечером, попало в объектив камер наблюдения. К остановке у крупного торгового центра подъехал автобус и высадил пассажиров. Люди только начали расходиться, и в этот момент в них врезались «Жигули». На месте погибла пожилая женщина, еще одна скончалась позже в больнице. Виновник аварии с места ДТП бежал, бросив машину с пассажиром. Полиция задержала его по месту прописки. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Известно, что водитель, который устроил смертельное ДТП, раньше уже наказывали за езду в пьяном виде. На полтора года его лишали прав. Срок истек 3 месяца назад. Теперь же ему грозит до 9 лет лишения свободы. А вот в